Привет, вы меня просили, чтобы я сняла обзор своего животного. Хотя нет, вы меня не просили, я видела и сама пробовала. Давайте посмотрим. У меня их три, я вам покажу первого. Черепашка, очень маленькая. Ну, родилась буквально осенью, вот. Смотрим. Вот там возле окна стоит. Вам кажется, она более-менее большая? Надо прогуливать, сейчас мы попробуем прогулять ее. У меня еще попугай, там кошка и черепашка маленькая. И сюда. Я, конечно, знаю, что зимой они в спячке, но мне сказали, что я читала, точнее, что надо прогулять их чуть-чуть по столу, по руке. Смотрим. Я не знаю, попробуем. Леонардо, черепашка-ниндзя. Ой, он такой жидкий, можно так сказать, слизняк как будто. Вот такая черепашка. Леонардо. Леонардо, видите, вот камень, да? Посмотрите, какой он маленький, если в моей руке он такой. Вот, вот такой. Леонардо. Леонардо. Говорили, чтобы он ощущал тепло. Лео. Лео. Я трясусь аж, я просто после тренировки, которую меня отменили, я бегала с папой. Лапки. Головку. Сейчас вытащит. Крючок, да? Тут я его опустила сейчас. Смотрите. Тут тебе камень не придавит. Лео, сюда. Я сейчас его на стол положу, чтобы он там бегал и так далее. Лео. На нем какашечка. Шучу. Хотя нет, я не шучу. А, это еда на нем. Уже не на нем. Лео. Блин, я просто чуть-чуть его боюсь, если честно. На камень встанешь, чтобы тебя увидели. Сейчас буквально через минутку он вылезет, и вы его увидите. Сейчас я его отряхну. Я не знаю, видно ли вам, извините за звук. Видно ли вам? Я стараюсь, чтобы было видно. Леонардо, давай, давай, давай. Переворачивайся. Давай, молодец, молодец. Давай, давай, давай. Давай. Давай, Леонардо. Я его вытащила. Ну, ребят, как я боюсь сейчас его на стол, чтобы просто он не сбежал. Я пытаюсь так, чтобы вам было видно, как он лазит. Леонардо, иди сюда. Солнце. Так, отряхнись. Вот он. Лео. Я его держу чуть-чуть. Он очень быстрый, ребят. Некоторые говорят, что жутко. Я сама так, я боялась его вот так брать. Ну, так что меня мама заставила, и это довольно не жутко. Какая черепашка милая. Милая. Милашка, да? Какой ты хорошенький. Я обставлю так, чтобы вам было видно. Попытаюсь его лицо. Хищет ли чего лянет воровка? Да, Леонардо? Блин, у меня рука трясется. Лео?
Алло, пойдешь уже гулять? Сейчас, ребяточки. Так, я его быстренько положила сейчас. Вот так. Как в зоопарке. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видеообзор на мою черепашку. Нож. У кого такой нож? У кого такой нож? Я попробую потрогать. Так, сейчас я поклёбаю. Ой, я боюсь, он прячется. Что такой красивый? Лео, вылезти хочешь? Зачем тебе вылазить? Тут маленький вопрос. Милите мой. Красавец. О, шай вытянул. Такой жираф. Сейчас опять пойдет спать. Попробую, чтобы вам так было. Хотя бы видно его лицо. О! Он идет стоять. Куда ты идешь? Чувак, ты куда собрался? Стой, ты там застрянешь скоро так. Да шо ты когти точишь, блин? Хотя... Ну почему тебя тянет именно туда за камень? Хвост. Шо это за маленький хвост? А ну-ка. Хочешь погулять со мной? Ой, вылазь. Машенький. Ну вот, смотрите, размер коробки просто. И вот моя рука, не знаю. И он, какой он машенький. Вам плохо видно. Сколько он маленький. Так. Леонардо. Блин, ну вот, смотрите, насколько он быстрый. Ну сейчас он такой медленный, но во дворе, когда я его впускала гулять, он вот так... Даже не знаю, как передать такую скорость. Он быстрее меня бегает. Сейчас пойдем. Оп-о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 п. На стол поставим. Я его придерживаю хотя бы, чтобы не сбежал отсюда. Тут край. Все, конец. Пипипюшу. Леонардо? Лео? Тук-тук-тук. Кто дома? Я испачкался. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Идем. А что так медленно? Ладно, быстро не надо. Это была шутка, слушай, Лео. Лео, это была шутка. Он обратно хочет. Ну, пойдем обратно. Раз ты такой наглость. Наглость, блин, погулять решила с ним. Он обратно хочет. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И что еще? Ну, в принципе, больше ничего. С вами была Джуси, бай-бай!